Здравствуйте, сегодня 9 августа, пчелки очень хорошо работают, сейчас у нас 27 градусов, вон одножку несут, сейчас у нас золотарник цветет, клевер, вот покосы, по второму разу зацвел массово, колючки всякие, вон одножки несут очень. Цветет еще. Пчелка. От лодочек работает. Обножку несут хорошо сейчас. Нектарчик. Сейчас так парит прям после дождя. Вчера дождь лил целый день. Сегодня 27. Наверное, выделяет что-то. Ножку нектар несут, идет хорошая весело. Здесь у меня два магазина еще стоят. Да, через недельку, еще неделя жары будет. Буду снимать, смотреть, что принесли медок, если будет выкачивать. Вон, оранжевая прям ножка несут и несут. Вон сколько лодочек. Зеленую какую-то обножку понесли. Вообще разноцветная. Оранжевая, желтая, зеленая, белая вот понесли. Белая опять. Ночью цветет. Жара выделяет. Вот здесь у меня самый слабенький отводок. Позже всего матка облетелась, сеять начала. Тоже летают, потихоньку развиваются. Несут много сейчас тоже обножки. Сейчас им кормушку поставил. Вон обножку понесла. Кормлю. Где-то по литре выливаю сиропа. Забирают. За трое суток где-то литр забирают. Вон обножечку понесла. Сейчас покажу. Такие вот. Кормушки купил у нас. Это на литр. Удобненькие очень. У меня были такие у деда самодельные, деревянные. Все уже текут. Это на литр 130 рублей. А есть еще на 2 литра взял. 5 штук. 250 рублей. Итак, наливаем. Пчелок не тревожим. И они берут очень хорошо. Вот такой вот маленький отводчик за 3 дня литр разбирает. На этом все. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.